Вот рассвело, как видите. Процедура перегонки в этом аппарате занимает 2 часа. Ну, можно дольше гонять, но я вам напомню, спирт кипит при 70 градусов, вода при 100. И сейчас пойдут так называемые хвосты. Наше лето-зима, наше лето-зима, ты придумала сама. Блин, такой запах аж, закусить хочется. Охладим дегустационные самплы для бомжа Даниила. Самогоноварение запрещено в США, так же, как и в России. Поэтому, чтобы не хранить каких-то запальных материалов, мы будем использовать с вами аппарат, который сделали для молодых мамаш, чтобы они могли дистиллировать воду своим сосункам. Это мега знаменитый сорт София Сапега. Самый лучший для производства самогона. Производство компота не останавливается ни на секунду. Продукты брожения. Здесь я уже буду делать брагу по более современному новозеландскому рецепту. Это компот, то есть уже здесь, ну, уже отжатое все, короче. Как вино, сладкий компот из персиков и сливы. И сюда сразу в брагу я буду закладывать активированный уголь. Для того, чтобы... Нас что интересует? Нас интересует алкоголь как продукт жизнедеятельности грибов. Все остальные... продукты нас абсолютно не интересуют, поэтому, мои дорогие дрожжики, мы сюда сразу поместим миниатюрный туалет. Вот во что превратилось персиковое дерево. Первичная перегонка здесь. Очень слабенький шнапс. А здесь уже горючее совершенно, которое можно заливать в бак автомобиля. Ну, мои надежды на то, что после перегонки все равно будет аромат персика, не оправдались. Какое-то легкое отдаленное присутствие характера персика есть, конечно, но чтобы эта вещь действительно называлась персиковкой Килпастера, я приготовил сироп пахучий, который будет подкрашивать его под цвет виски, и вкус персика принесет. Все это гроссеше русеше шнапс. В силу погрешности при изготовлении браги она получилась вот готовый продукт, неравномерный, где-то crystal clear, а где-то cloudy. Но по-любому мы все будем фильтровать через активированный уголь, чтобы таблетки активированного угля не пить на следующий день. Потом это осядет, я еще раз прогоню от фильтра с кофе. Глаз алмаз 40 градусов готового продукта, отфильтрованного углем. Что я могу сказать? Я могу только сказать, ребята мои, что после угля он стал такой мягкий. Немного свежих персиков и помидоров прям с грядки для бомжа Даниила. Бомжа Даниила не оказалось дома. Что я могу поделать, если он телефон потерял? Он сорвал мне съемку. Мой велосипед здесь. Может, он ушел недалеко, может, за водкой. Жара здесь стоит нестерпимая. Хорошо, что он догадался, наконец, сделать небольшой сквозняк, о котором я ему говорил давно. Велосипед явно на ходу. Не видно с ним проблем никаких. Мое пальто до сих пор живо, я смотрю. Жалко, не судьба. Не судьба угостить бомжа Даниила. А вот и дневной рацион бомжа Даниила.
как они здесь говорят, ватка. Судя по количеству, скорее всего, он отправился за водкой. Так называемые сигары blunts – это альтернатива тому, для чего у нас в советское время использовался беломор. Вот американский беломор. Так, мой радио он явно убил. Ну вот он себе создал здесь такое местечко. Тут он, видимо, вечерком сидит и наслаждается жизнью. Карты и мелочь бомжа Даниила. Тихая заводь бомжа... Тихая заводь бомжа Даниила. Подожду-ка я его здесь, потому что там невозможно в этой избе. Удастся ли нам дождаться бомжа Даниила? Представляете, как тут страшно ночью? Посмотрите на эти корни. Это как пираты Карибского моря. Адский тупик бомжа Даниила. Кругом это канитель вся. Следы человеческой жизнедеятельности. Случай в реке бомжа Даниила. Прямо отсюда и будут формироваться эшелоны на Москву. Уголь для нужд бомжа Даниила. Увы и ах, двойка нам с бомжом Даниилом за подготовку. Не думаю, что удастся снять монументальное употребление. Какие рожи при этом будет корчить бомж Даниил. Надеюсь, он сообразит, что это от меня. Представляете, его рожи, он хапанет своей водки, подумает, это компот из персиков, короче. И как запьет. И как вскобенится с копыт. Записка для бомжа Даниила.